Страшная авария накануне унесла жизни троих человек, в том числе одного ребенка. Вечером 7 сентября на 374-м километре автодороги М2 Крым столкнулись Kia Rio и Toyota Camry. В результате происшествия оба автомобиля превратились в искореженную груду металла. Пассажиры автомобиля Kia, женщина 85-го года рождения, мальчик 12-го года рождения и женщина 82-го года рождения от полученных травм скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.